прямом эфире новости сейчас. В студии Людмила Казак. Здравствуйте. Тема безопасности сегодня в центре внимания на высшем уровне. О том, что террористы научились приспосабливаться и действовать при помощи высоких технологий и дать им отпор, задача мирового сообщества номер один, Александр Лукашенко говорил заместителем генсекретаря ООН. Чтобы остановить чуму 21 века от распространения, действовать необходимо, сообща, убежден президент. Вопросы безопасности, в частности, белорусов, обстоятельно обсудил глава государства с секретарем Совбеза. Президента интересовали подвижки в проблемных вопросах после недавнего совещания по работе правоохранителей. Не надо забывать о том, что мы ведь живем в конкретных условиях безопасности. Поэтому в связи с этим я хотел бы, чтобы вы в нескольких словах мне сказали, как вы оцениваете ситуацию с вопросами безопасности наших граждан и в связи с этим с работой правоохранительных органов, особенно КГБ, Министерство обороны, ну и милиции, которые, в общем-то, обеспечивают эту безопасность в стране. После того совещания, которое пошло по вашим руководствам по работе правоохранительного блока, пошли подвижки в работе и корректировки в деятельности всех правоохранительных органов. Это не пустые слова, но прежде всего сделано. Те посылы, которые мы услышали на совещании, и те ориентировки, замечания, там проблемы, которые высветились, они были доведены... установки были конкретные. Да, они были доведены вот по всей вертикали, по каждому министерству. Вот. То есть до исполнителей все вопросы в правоохранительных органах были доведены донизу. Именно так, по всей вертикали. На повестке дня и вопросы экономической безопасности президент провел совещание с членами правительства. Особое внимание вопросам диверсификации экспорта. Так, Александр Лукашенко напомнил правительству о необходимости искать новые рынки для экспорта белорусской продукции. Эти печальные кадры пришли из Индии. По меньшей мере 16 человек погибли в результате взрыва на фабрике по производству пиротехники. Инцидент произошел в штате Пенджаб и привел к обвалу самого завода, а также десятков ближайших зданий. Под завалами могут находиться около 50 человек. На месте трагедии идет поисково-спасательная операция. Испытать яркие летние эмоции вновь в холле гостиницы «Виктория Олимп» сегодня открылась фотовыставка, посвященная самым памятным моментам вторых европейских игр. Селфи Эльвиры Герман, прыжок Анастасии Мирончик-Ивановой, трогательный момент награждения Татьяны Широковой с дочкой на руках, а также триумф Дмитрия Асанова. Яркие картины фотографов и корреспондентов издательского дома «Беларусь» сегодня. Работать фотовыставка будет до 15 сентября. Не пропустите. Больше информации в 19:00. До встречи.